Всем привет, ребята, с вами Тёмыч. Ну что, наткнулся в паблике ВКонтакте, ссылочку на него скину, про одно очень интересное место, коих там вообще очень много интересных мест, а именно на церковь. Вот. Находится она практически в 90 километрах от моего дома. Мы уже сейчас на полпути, вот, в деревне Самро. Ну, говорится, меньше слов, больше дела, ребят. Включимся на месте и там все посмотрим, все расскажем, погнали. Ну что, вот мы уже и на месте. И переходим к съемке, как говорится, от первого лица. Церковь Вознесения Господня Самро построили в 1909 году на месте более старинных храмов. В некоторых источниках эту церковь еще называют Воскресенской. Красивое здание с высокой колокольней и золотым куполом недолго радовало местных жителей. В 1930-е годы ее закрыли. 2 октября 1937 года настоятель отец Филимон был арестован, а позже расстрелян за антисоветскую пропаганду. Из храма сделали сельский клуб, как бы банально и глупо это ни звучало. Во время Великой Отечественной войны тут возобновились богослужения, но после окончания войны они прекратились. В советское время церковь отошла к колхозу, который назывался «Красный Самряк». Колхозники не могли придумать ничего лучше, как устроить внутри церкви склад ядохимикатов, так называемого ДУСТа. А в 1993 году храм загорелся от соседнего дома, и там в этом пожаре пострадала весь верх части данного строения. С тех пор здание не восстанавливали. Но даже сегодня каменная Воскресенская церковь производит сильное впечатление, особенно при взгляде на нее с дороги при подъезде со стороны реля. К сожалению, это я не заснял. Архитектуру часто называют «застывшей музыкой». Несмотря на утраты, храм в Самро подтверждает справедливость этого сравнения. Перед нами величайшая мелодия, отражающая силу русского характера, мощь той самой национальной идеи, поиском которой уделяется так много внимания в современной России. Это бесспорно. Как говорится, когда приходишь туда и видишь это все своими глазами, то не можешь сказать ни слова и записываешь вот так вот голос за кадром. Ну, очень трудно описать эмоциональное состояние. В голове крутится вопрос, почему это святое место пребывает в таком состоянии? Неужели эта красота пропадет? Да. Добавить, как говорится, нечего. Ну и как бы там ни было, если сравнивать вот с предыдущей церковью, здесь видно, что внутри чисто, но относительно, да, заброшено и прибрано. Несмотря на удручающий внешний вид, аварийное состояние, определенно за храмом следят. И из-за того, что мы видим вот какое-то церковное вот убранство, да, что здесь все-таки проводятся церковные службы, это определенно. То бишь людям не безразлично, и они что-то пытаются делать. Это как бы очень радует и очень похвально. Ну что, вот такой коротенький ролик получился у нас. Как бы все вы видели сами. Я как понял, что церковь собирается реставрировать, я же в свою очередь буду также искать новые интересные места, будь то заброшки, будь то озера и вообще что-нибудь. Буду его сюда ездить и вам показывать. Если вам понравился, ставьте лайк, ребята, ну и подписывайтесь. А я поехал домой, погнали, увидимся в следующем ролике.